Ребят, всем привет! Мы приехали на базу отдыха «Веселая ферма». Маленько здесь расположились. Сейчас купаться пойдем. Маленько тут расположились. В общем, такая вот кровать. Вид из окна. Сейчас пойдем купаться. В общем, переодеваемся и идем. Так, выходим из номера. Здесь идут вот такие вот номера. Такой стол со скамейками. И все. Ну, все под дерево. Все на замочке. Ключиком закрывается. Вот русская печка. Ну, там еще сверху это комнатки. Ну, красиво. Ключик. Все, идем тут. Лестница крутая. Вышли мы из домика. Здесь такое озеро. И идем. Вот там даже какая-то горка есть. Знаешь, спускаться хотя бы не надо. И вот бассейн. Он сидит, загорает. Может быть, в душ сперва выйдет? Окунется. Не знаю. Вот такой вот вид с баньки. Мы сейчас попарились, посидели. Здесь вот душ. Что, дождик или что? Нет, вот это вот. Сейчас пойдем мы искупаемся, а то все вспотели. Что-то гремит, ну а дождя нет. Ну, убираем. У нас вечерняя экскурсия. Ходим по базе. Тут барабан стоит. Ой, я думала, ключи потеряла. Костерчик. Шашлык у нас сейчас будет. В бассейне уже никого. Вот в этом доме мы живем на втором этаже. И там, получается, идут комнатки. Ну, в комнате кровать и все. Идем переодеть штаны надо. Ну, мне штаны одеть. Привет. На первом этаже туалет, ванна. Кухня есть, вот холодильник, плита, раковина. Тарелки помыли под шашлык. И есть еще... Еще есть печка и термопад. А ты здесь стой, мы сейчас опять назад придем. Подожди, а вилки не надо, Маш? Вилку назад. Нет, чтобы снимать. Пошел пластмассовый. Ну все, у нас костерок. Получается, брали мы в ленте шашлык. Это у нас что? Это у нас здесь курятина идет. Это у нас идет голень в маринаде. А это у нас... Сейчас покажу. Куриный окорок в маринаде.
тебя такие глаза красные. Что, сильно? Или это эффект красный глаз? Нет, это подсветка идет. Давайте мы, контент. Контент. Подгорел нормально, а тут подсушили. И ходи, не просто сиди, а там подсушили. Сейчас бегут. Да, кого сбегут? Не пойму, думаю, Вот. Они, кстати, пахнут молоком. Ну, потому что это козы. Еще бы все так крошки собирали бы со стола. Так, мне кажется, они так собирают. А вон у нас на столе после вчерашнего осталось. Интересно, они там были, да? Чисто. Что, тебе заснять с ними? Че оно? Рогом! Рогом на меня, блин, иди! Рогами! Ух ты какая! Ну-ка иди! Да не толкает. Она тут толкает? Жрать. Буренки жрать. Дай, куда? Не туда. В мой рот надо, в мой. Ну что, все? Козы. Вот же семечки. Да не, не стол облизали. Смотри. Да вот же. На. Погодка вроде. Да. А что так? Все, да ты убегай от них, а то я тебя сейчас укуплю. На. Ну, пока все не съедят, они не отвалят. Они даже потом просить будут, скорее всего. Все, я ухожу. Можно я уйду? Нельзя. Надо их отвлечь. Меня окружили. Окружили меня. Девчонки. Боюсь их. Где те? Все равно просят. Ух ты, блин. Сейчас она мне поджопник, как даст.
Может, кстати. Смотри, он дерутся опять. Вот сейчас точно будут драться, смотри. Смотри-ка, нет. О, третья. Активировалась. Конечно, как ты хотела. Да уйди ты от них, а. Получишь, блин. Да идите вы, Ваня. Да не, можно просто уйти отсюда, все. Пошли на наш стол туда, посмотрим. Ну, пойдем. Может, я там. Вот она. Дай вот это, я. Все. Она еще тоже хочет. Да. Оба. Подожди, это коза или? Нет, это коза. Я же не коза. Да? Да, они там. Ну-ка, пойдем помахаемся. Помахаемся? Ты хоть знаешь, что это такое? Это нужно идти и забивать друг друга. В смысле? Нет. Да? Нет. Это по бревну надо идти просто. Ну, куда попробуй? Вот так вот. Давай здесь сниму, что? Нет, да. Вот так вот. Берешь эти. Вот так вот. Хоба. Хоба. Типа полоса с препятствиями. Вон. Три. Вон идет. Подруга. О, самая голодная. Самая голодная пришла. Отгоняют, походу. Да нифига себе отгоняют. Она тут столько уже налупила. И сейчас. О, смотри, смотри. Кряк, кряков отгоняют. А потому что меньше ее. Не, ну та-то коза больше, они все равно бодались. Что, нам только чули, потом пойдем? Все, в общем, заживали мою пачку, пока я отвернулась. И все семечки рассыпались. Все, молодцы. Молодцы. Ну, видишь, что она делает? Вот, если перевернуть, она не может. Смотри, какая козявка. Мне кажется, там их несколько. Конечно.